Приветствую, дорогие друзья! Сегодня презентация $5 Funnel. Мы поговорим о компании, о продукте, о маркетинге и о личном кабинете. Произошли некоторые изменения, компания идет вперед, всегда появляется новая информация, поэтому мы обновим эту презентацию. С вами Елена Усачева, и мы приступаем. $5 Funnel – маркетинг компании состоит из четырех глобальных форсированных воронок с ежемесячной подпиской, оплатой и пассивным доходом. Эффект воронки захвата $5 Funnel действует настолько стремительно, что может помочь любому создать прибыль или за счет собственных приглашений, или за счет перелива от вышестоящих активных спонсоров, или за счет заполнения воронок после ежемесячной компрессии. У нас 4 воронки. Первая 5-долларовая воронка, она обязательна. Итак, 5-долларовая воронка – это маркетинг компании $5 Funnel. Почему мы называем воронкой? Потому что здесь есть перелив, потому что это классический тренап, под каждым встает только 3 человека. Итак, 5-долларовая воронка позволяет вам выйти на доход ежемесячный в $221. Или за год 2655 долларов. 20-долларовая воронка – это следующий шаг, и вы зарабатываете тогда на двух воронках, и 5-долларовой, и 20-долларовой, и у вас все суммируется. Сама 20-долларовая воронка вам даст доход в месяц 1443 доллара, а в год 17316 долларов. Конечно, это максимальная величина. Далее есть две лидерских воронки – на $99 и $297. И воронка на $99 – это доход ежемесячный 50 тысяч долларов, а $297 воронка вам ежемесячно даст уже 150 тысяч долларов. Почему мы говорим, что здесь есть переливы? Да? Вот давайте посмотрим на этот слайд. Допустим, это ваш спонсор, это вы. И слева, справа тоже у спонсора, да, стоят такие же партнеры, как вы. Допустим, вы центрально, вы приглашаете, и дальше идут от спонсора переливы. Да? Вот таким образом идут переливы, и если вы выбрали правильного спонсора, у вас, конечно, будут и достойные переливы. И зарабатывать можно здесь и только на переливах, и плюс принимать переливы и делать приглашения. Компания $5 Funnel основана 11 декабря 2014 года, регистрация в Соединенных Штатах Америки, бизнес. Старт состоялся 1 февраля 2015 года. Компания только набирает обороты, и сетевой бизнес – это именно та форма маркетинга, которая принята в компании. Основателями компании $5 Funnel являются Том Селли и Билл Эвер. Это люди с большой практикой и опытом работы в интернет-бизнесе. Поэтому мы очень благодарны нашим основателям, они ведут очень достойно этот бизнес. Наш продукт имеет доступную стоимость и ежемесячный доход. Продукты компании $5 Funnel – это тренинги и маркетинговые инструменты. Нажимая на звездочки в разделе «Тренинги», вы переходите от одного тренинга к другому. 50 лучших профессионалов сетевого маркетинга вошел Роберт Холлис. Роберт Холлис и Билл Эберт являются основателями материнской компании $5 Funnel, и мы это видим, когда заходим в свой личный кабинет. Напомню еще раз, воронки – это маркетинг с переливом. 5-долларовая воронка обязательно для заработка. И, внимание, здесь ежемесячная оплата. И оплату вы получаете с 5-долларовой воронки с 5 уровней. Первый уровень вам даст 5%, второй – 40%, третий – 30%. Четвертый – 10, и пятый – 10. И всего структура уходит 95%. 20-долларовая воронка – $5, 20, 20, 20 и 20. То есть с каждого, кто у вас в 20-долларовой воронке, стоят они на втором, третьем, четвертом и пятом уровне, вы за каждого получаете по $4. И это значит, что вы $4 получите и с перелива, да, кто пришел к вам переливом и встал на один из этих уровней, или ваши лично приглашенные. Ваши лично приглашенные всегда с вами, они всегда в вашей воронке, они могут занимать разные уровни и делаться переливы на нижестоящих, но при этом это всегда
партнеры, которые стоят в вашей воронке и приносят вам доход. Когда вы делаете приглашение, мы просим, чтобы сначала все приготовили оплату. Если стартуют на 5-долларовую воронку, то 5,45, если на две воронки сразу 26,09. И деньги надо приготовить на карте Visa, MasterCard или на Paisa или на Visa Kiwi Wallet. Там вы можете моментально открыть виртуальную карту и сделать оплату с нее. Почему мы просим приготовить оплату, а потом делать регистрацию? Потому что желательно после регистрации сразу проплатить, чтобы не перекрывать доход другим участникам этой воронки, да, этого маркетинга. Итак, вы получили реферальную ссылку, а реферальная ссылка у нас находится в личном кабинете. Надо кликнуть на вот эту голубую скрепочку. И открывается ваша подписная страничка, и в строке браузера вы увидите ссылочку, и в конце будет стоять ваш номер. В форме подписной надо поставить имя на латинице или с использованием английской клавиатуры, почту в международном формате, а, как правило, это Gmail, ресурс Google и телефон, плюс дальше код вашей страны, дальше код вашего мобильного оператора и номер, и нажимаете «Присоединиться». После того, как вы прошли регистрацию, заходите в личный кабинет, здесь страничка «Старт», и под этими логотипами карт нажмите на зеленую кнопочку. Далее вы перейдете на формы, которые нужно заполнить, и вы увидите, что здесь есть возможность поставить точку для того, чтобы это была единоразовая оплата, или как оплачивать каждый месяц. Да? Как правило, так и делают бизнесмены, потому что они понимают, что в бизнесе всегда есть расходы, и эти расходы нужно оплачивать ежемесячно. Да? Поэтому ставят точку, и идет ежемесячное списание. При этом вы можете поставить один раз, и тогда вы будете уже принимать решение, вы будете оплачивать с карты или с внутренних денег. Если у вас не подошел срок, у вас будет все вот так перечеркнуто, а в начале при старте у вас все открыто, и здесь вы выбираете и тоже ставите точку, на какую вороночку вы заходите. Да? На первую заходите, вторая – это сделать доплату, или же на две воронки. Далее вы должны заполнить платежный адрес, выберите свою страну. Если вы находитесь в постсоветском пространстве, то есть если вы находитесь не в США, да, то тогда выбираете другое. Вот здесь выбрать другое, на верхней части поставить латиницей ваша улица, дом, квартира, дальше ваш город. И не забудьте почтовый. И далее также запомнить надо имя, фамилию, как на карте, номер карты без пробелов, месяц и год, срок окончания карты. Пожалуйста, поставьте три цифры. Это security код. Как правило, он у вас находится на обороте карты, последние три цифры. А если вы пользуетесь картой Visa Kiwi Wallet, да, то есть виртуальной картой, тогда вам придет этот код на SMS вместе с номером карты. Когда вы сделали оплату, переходите в личный кабинет, обязательно обновите страничку, и у вас появятся человечки, именно те, на которые вы оплатили. Если 5-долларовая, появится голубой, если вы заплатили 2 вороночки, то 5,20, и лидерская 99 долларов. Также обязательно проставьте галочки, и в конце это верификация вашей почты. Вот здесь появится конвертик, нажмите, откроется окошко, поставите почту, на почту придет код, и этот код надо будет поставить в этом открывшемся окошке. Верификацию почты сделать надо обязательно, иначе вы не выведете деньги. Также вы можете поменять свой юзернейм и пароль, зайти в профиль, логин, детали, и вот здесь вот кликнуть и поменять юзернейм, а пароль меняется прямо здесь, и нажать «Submit». Изучите свой кошелек. Здесь есть боковое меню, еженедельное начисление, история ваших выплат, вывод денег, поставьте платежную систему, куда вы будете выводить деньги, управление подписками, ваш чек с нарастающим итогом, воронки, апгрейд на следующую воронку, оплата воронки друга, возможно, и последняя строчка – это для американских партнеров. Когда вы зашли в инструменты, нажали на значок
тринара нашей матрицы, да, то вы увидите сначала, что у вас вот будут все человечки черные. Далее, когда к вам придут переливы или вы начнете приглашать, у вас появляться будут здесь. Вот первая вороночка вот здесь, она как бы черновая, и она отслеживает всех, кто не оплатил срок 30-дневный. Да? Если вы не оплатите, то вы будете подлежать компрессии, и система вас уберет в течение 30 дней. Далее 5-долларовая воронка. Чтобы перейти на 5-долларовую воронку, надо вот здесь над вашим именем, вот есть 5 долларов, вот сюда надо прямо нажать, да? А чтобы в 20-долларовую, надо нажать на 20. В 5-долларовой воронке вы увидите всех, вот у вас, да, есть градация. Но получать, если вы сами на 5-долларовой воронке оплатили, вы будете получать только с 5-долларовых воронок. Несмотря на то, что у вас могут быть и люди, которые и зашли и получают доход не на, с двух воронок, и с трех воронок. Вот если вы видите такой мешочек, это значит, вы с него в эту неделю получили комиссионные. А вот эти даты, это означает, когда партнер сделал последнюю оплату. Оплата ежемесячная. 20-долларовая воронка, самая четкая здесь, вот мы видим, что все друг за дружком выстраиваются. И здесь уже сереньких неоплаченных людей не бывает. Не забудьте контролировать свою дату следующей оплаты. Это в кошелек Wallet зайдете, в раздел истории найдете вот такие прямоугольнички. И в конце вы видите дату. Вы можете сделать из заработанных, оплатить любому, кто в вашей воронке. Вот здесь будет вот такая табличка, а там такие квадратики. И кликнув на этот квадратик, вы делаете оплату. Это в разделе «Инструменты». Еженедельное начисление. И когда вы заходите в кошелек, то вы видите первую строчку по 5-долларовой, вторую по 20-долларовой воронке. Начисления идут раз в неделю. Сначала формируется отчет. Потом на основании этого отчета вам начисляются комиссионные, и вы их видите раз в неделю. И воронки вам люди встают тоже раз в неделю после отчета. В компании есть правило, когда оплата на следующий месяц резервируется из заработанных денег. Поэтому если вы в трех воронках, у вас резерв соответствующий будет, да? При этом компания, если вы в 5-долларовую воронку уже вошли, начали зарабатывать, она вас будет переводить на шаг выше, чтобы вы зарабатывали гораздо больше. В кошельке вот предварительный итог, вы увидите начисление за неделю, и это вот здесь отражается. Не забудьте, что в профиле вы должны поставить свою почту в тех платежных системах, куда вы будете делать вывод денег. Вывод у вас есть общий баланс, а есть доступный к выводу. Ставите сумму в это серое поле, нажимаете на голубую кнопку, и вывод у нас каждую неделю. Выводите деньги на PayPal, на Payzu, а с Payzu выводите на Visa карт или на банковский счет можете вывести. Не забывайте, что есть возможность сделать апгрейд. Это также в кошельке, в разделе «Апгрейд» вы можете перейти на следующую воронку, да, заработанных денег. Ваших лично приглашенных вы видите в разделе «Лиды». Они всегда с вами. Вы всегда можете кликнуть здесь, откроется окошко и отправить сообщение. В кошельке вы видите, когда у вас кто-то проплатился, вы их сразу видите здесь. Да? Вот если ваши лично приглашенные, да, вот если они оплатились, то по 5-долларовой воронке вы видите их здесь сразу. И по 20-долларовой вы видите их здесь сразу. Приглашаю зайти в раздел «Инструменты» и ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы. Также, если вы зашли на две воронки, то в разделе «Инструменты» есть конструктор по быстрому созданию сайта воронки для приглашения. Да? Лендинг такой. Вы можете себе создать очень быстро. Есть видеоурок. Также в «Инструментах», если вы нажмете на значок глобуса, вот мои лиды, вы увидите, с каких стран мира к вам пришли вашу команду. Это лично приглашенные. Если вдруг вы забыли пароль, то при входе вы можете нажать «Click here», вставить свою почту, и вам придет пароль. Вот эти маркетинговые таблички лучше всегда держать под рукой, и вы всегда видите, какой доход вас ждет с воронок.
Ну вот лидерские вороночки, да, здесь доход даже свыше миллиона. Если вам надо срочно связаться с поддержкой компании, поддержка работает очень хорошо, то на страничке «Старт» в левой стороне вы найдете вот такую форму, и вы можете написать и спонсору, и поддержку компании, «Submit Ticket». Заработай свой миллион на час всего с 5 долларов. С вами Елена Усачева, и это была обновленная презентация $5 Fund. До новых встреч! Всех вам благ, всего самого доброго, больших чеков и хороших заработков. И, конечно, главное, хорошей команды.